В Москву со всей страны съехались 350 участников предварительного народного голосования. Такой форум партия «Единая Россия» проводит впервые. Это своеобразная школа для кандидатов, где опытные эксперты и государственные деятели читают лекции по внутренней и внешней политике страны. Готовят кандидатов к проведению предвыборных диспутов и встреч с избирателями. В центре внимания – развитие промышленности, борьба с коррупцией, поддержка образования и здравоохранения, социальные вопросы. С участниками форума встретился и премьер-министр России, лидер партии Дмитрий Медведев. Ярославскую область представляют 6 кандидатов. Задача форума – познакомить людей с повесткой, которая актуальна для партии, и то, что партия за последние годы какие позиции защищала в Думе. Ну, подготовить кандидатов к проведению дебатов. Модельные дебаты проводили и вчера, и сегодня. Учили кандидатов